С вами Чеширский кот. И сегодня я хочу вам показать самый недорогой рынок в городе Краснодаре. Поедемте. Мы приехали на Стенной рынок показать вам самый дешевый рынок продуктов. Вот смотрите, купол у него такой, как у цирка. Он находится на пересечении трех улиц: Буденного, Октябрьская, Рашпилевская и с другой стороны четвертой, не помню какая. Вот сейчас мы туда пойдем. Так, это чурчхелло по 30 рублей. Очень вкусная штука такая. Это, кто не знает, гранатовый сок, виноградный и так далее. Яблочный и внутри орехи. Сладенькая такая штучка. Вот чурчхелло по 50 рублей. Вот кавказские специи. Это такой кавказский рынок. Вот грузинская чурчхелло. Очень вкусная. Мы пробовали. Вот смесь перцев разных. Розмарин, ичиман, куркума, карри. Все свежее, все ароматное. Стоишь тут прям, ой, отходить не хочется. Кориандр, шафран, укроп, орегано, анис, зира барбарис, палочки, корица, тимьян и так далее, базилик, очень много всего. Общий сбор для мяса. Имбирь свежий, вот такие большие, очень хороший. Ой, а это пастила, смотрите, всякая. Яблочная и вишневая, и из киви, виноградная. Очень классная. Вот. Всякие. Да. Кто квас любит делать сам, вот такие штуки для кваса. Заготовки, как она называется, я уж не помню. Вот. Розовые кубанские, грунтовые помидоры, и черри, елизаветинские, станица елизаветинская. Понюхайте запах. Ой. Ой. Слава тебе, Господи. Ой, классно. А можно? Шмелями опылёй. А можно попробовать помидоры? Ну, можно даже, я только делаю тут. Дайте, пожалуйста. Пошли, мама. Кушай, 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 кушай. Ага. Давай, Анна, а тебе? Спасибо. На славу Божью. Еще черри надо. Ой, спасибо, как вкусно. Ой, вкусно же? Да. Слава тебе, Господи. Ой, мы сейчас придем к вам. Подождите, возьмем. И заодно черри покушаем. Давайте. Сейчас. На славу Божью. Праздник, это Святой Дух сегодня. Ой, спасибо большое, давай, вас уже с праздником. Спасибо большое. Спасибо вам. Сейчас, бабушка, мы к вам придем. Мы попробовали уже. Помидорки очень хорошие, ароматные. Так, картофель, клубника, всякие штуки. Вот зелень всякая разная. Очень хорошая тоже, да. И это тоже вкусный. Вот такой вот лук есть интересный. Очень хороший рынок. Замечательный. Вот натуральный гранатовый сок продается. Так, грибы вот разные. И вешенки есть. Я их не очень люблю, вешенки. Их сколько ни жарь, все кажется, что они как будто сырые, как будто не прожаренные. Я не люблю. Вот помидорки хорошие, 80 рублей. А вы откуда, девочка? Спасибо! Вон клубники сколько. Вот всякой разной. Так, 90 рублей клубника. Сладкая, очень хорошая. Да. Вот масло свое растительное. Вот кукурузное. Из Кореновска, из Медведов. Так, это станица Медведовская. Масло тоже всякое разное. Очень хороший рынок, да. Очень хороший. Чтоб все знали, что классный рынок, чтоб все приходили. Так, вот грунтовая клубника Адыгея очень хорошая. Вот смотрите, по 90 рублей. Все приходите сюда, рынок вообще классный. Черешня по 130, по 160 вот такая черешня. Так, персики.
Так. Мы пошли. Варенье из грецкого ореха. Для глинтвейна. Специи, можжевельник. Всякие разные. Горчица для маринада. Разные соления. Вот для кваса. И рецепт кваса, если кто не знает. Мускатный орех, дробленая паприка. Мне тоже фотографируешь, как красивая женщина. Очень классно. Очень ножичек. А вы откуда тебя? Вот еще по 80 рублей клубника, тоже вообще классная, большая-большая. Да, моя девочка. Ой, смотрите, как красиво все лежит аккуратненько, мне так нравится. Кальмар, мидии, грибы, рыба, морковь корейская. Ассорти разные, улитки, осьминог, бамбук. Кукурузки вот такие маленькие. Вот смотрите, прикольно как. Вот морепродукты разные. Баклажаны из зеленых помидоров, из кимчи. Вот они так, такие тут все аккуратненько, чистенько лежат, ровненько. Сейчас мы наберем. Ну, бабушке нельзя такое, оно кислое сильно. Они как соленые. Моченый виноград, смотрите какой. Большие, огромные виноградники. Вот это другой сорт винограда. Вот это слива, вот это яблоки. Все можно попробовать. Это перец. Смученое яблоко. Жене, дайте. Не хочу я. Бабушке дайте. Пробуй. Да я не хочу, мам, вы попробуйте. Не нравится? Нет? Да. Никому не понравилось. Посыпали, тогда было. Сильно кислый. Вот бастурма домашняя, ильская. Вот смотрите, как она выглядит. Вот такими кусочками. Ильская. Суджук с говядины. Вот смотрите, тоже ильское производство. Они копченые и очень вкусные. Гранатовый сок натуральный. Не разбавленный, выжимают при себе, точно, очень хороший, очень вкусный, да, как гранат. Аппарат вот такой специальный, выжимает сок. Сухофрукты все хорошие, свежие. Орехи разные. Ой, какие хорошие большие гранаты, смотрите вообще. И гранатовый сок холодный, свежевыжатый. Сейчас только пили. Да, очень-очень классный. Мы попробовали и клубника белореченская по 85. Самая лучшая, самая сладкая оказалась. Вот он, свиной рынок. Выглядит вот так издалека. Это автоматы, прохладные напитки, вода и квас. Таманский квас, вот смотрите, написано. Здесь можно купить. Вот, смотрите, Женька тут у меня покупает. Не знаю, что ты берешь, водичку квас. Или квас? Квас? Так, вода артезианская. Вот, глубина 200 метров, скважина. Вот смотрите. Так, вода, стакан 10 рублей, 0,25 литров. Квас 60 рублей, 1,4 литра. 10 рублей, одна штука, бутылка. Это по бутылкам, это по стаканам. Квас и вода. Вот смотрите цену. А вот бутылка. Это, вот, можно сюда вставить бутылку. Купить бутылку и пить, а здесь можно вот по стаканчику.
Нажимай, да. Сколько надо монет кидать? 20 рублей. 20 рублей. Стакан. Вот этот стаканчик, вот да, этот. Да, плохо, что не банки. Вот смотри. А бутылка можно? Бутылка 10 рублей. За 10 бутылку 60 рублей стоит класс. Да. 70 рублей. На... Вот такой. Между прочим, вкусный. Я сейчас его попробовала. Вот автоматский натуральный класс. Я не знаю, я не пробовала. Такие автоматы по всему городу, то есть вообще везде. Сейчас мы напьемся квасу и пойдем дальше. Тебе оставили. Пей давай. Нравится, нет? Он похож на старый советский квас из бочки. Очень так. Хороший. На окрошку не годится. Сладкий. Маринка дегустирует варенье из грецкого ореха. Если она не помрет, тогда чеширский кот тоже попробует. Так, расскажи свое впечатление. Как он по вкусу? Нравится тебе или нет? Вообще вкусно, но... Ну, вкус такой какой-то... Необычный. Да, очень странный. Непривычный. Он не как грецкий орех сам, вот когда свежий, а вот... Какой? Какой-то... Какая-то странная ягода. Морожка, блин. То есть вкус никак нельзя объяснить. Ну, он вкусный какой-то. Берите, пробуйте сами. Вот, смотрите. Вот. Варенье из грецкого ореха. А сам по себе вообще у тебя... Вот. Это сам орех. Он там без шкарлупы, без всего. Просто целиком весь орешек. Так, сейчас попробую его я. И если я на днях не выйду на YouTube, у меня не будет нового видео, считайте меня коммунистом. Я помер. С вами был Чеширский кот. Пока-пока.